люди более близкие и более знающие. Я знаю этого, поскольку знаю, знаю как великого человека масштаба, космического масштаба и планетарного масштаба. Это великий судостроитель, великий человек, возродивший традиции нашей великой Земли. А наша великая Земля – это вот прежде всего наша страна, это потомки великих древних славян, которые жили и в космос летали, и жили вот здесь, на европейской части нашей страны, где мы сейчас с вами находимся. И вот он возродил древние традиции строительства кораблей, а корабль – это символ сознания, символ. Лодка, она плывет, это символ, образ сознания. Он возродил сознание нашей древней родной страны, которая и была здесь родоначальником всей планетарной цивилизации, вот последователем которой мы являемся. Но это так коротенько, но я встал только потому, что если мы каждый будем посылать ему потоки любви и памяти, это одно. Потому что, как сказали, голос единицы тоньше писка. Но если в кучку сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Поэтому я предлагаю мысленно послать ему лучи любви, которые соединятся в мощный луч, и объявляю минуту молчания с посылом любви нашему дорогому Владимиру. Всем пока.